Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Братья и сестры, со святым богоявлением, крещением Господним. Помните, что традиция купаться на крещение – это не спортивного ради интереса, не доказать, что ты морж, а для того, чтобы через вещественное омовение в воде очистить себя внутренне, духовно. И, конечно же, очищение это должно быть не без помощи Божией, не без благословения Церкви. Кто пришел просто ради спортивного интереса, то зачем тогда приходить именно в праздник Крещения Господня? Можно выбрать любой другой день. А если вы ради праздника, то, пожалуйста, после благословения Церковью. В отличие от персонажей, которые помешали нам совершить освящение. Да. Ах, хорошо!